Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые зрители. Сегодня у нас особенный день. Сегодня мы начинаем серию наших лекций, посвященных краеведению, посвященных методикам работы с молодежью. В течение ближайших 2 недель у нас пройдет 43 вебинара от победителей Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, которые поделятся своим уникальным опытом, своими методиками преподавания истории регионов. Я уверена, что для каждого учителя школ и высших школ в том числе такая копилка знаний станет очень полезным опытом для того, чтобы их можно было применить в своей педагогической практике. И сегодня я бы хотела предоставить особую такую роль открыть нашу серию лекций в рамках фестиваля «История Отечества» Горкуши Дарье Дмитриевне. Дарья Дмитриевна является победителем Всероссийского конкурса краеведов, и кроме этого она является руководителем проекта «Подвиг милосердия. Врачи и святые» в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств имени Кричкова. Дарья Дмитриевна, здравствуйте! Не буду задерживать долго наш эфир, поэтому передаю вам с огромным удовольствием слово и обязательно вернусь к вам, чтобы обсудить нашу сегодняшнюю лекцию. Спасибо большое, Алина. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я благодарю Российское историческое общество за оказанное доверие, за проведенный интересный конкурс и возможность сегодня со столь широкой и заинтересованной аудиторией поделиться нашими новосибирскими наработками. Я расскажу сегодня о проекте, который мы реализовывали в течение 2020 года. И акцент при этом рассказе сделаю на те общеорганизационные моменты, которые могут быть полезны вам, как педагогам, как тем, кто занимается историческим краеведением с детьми и с молодежью. Конечно, ваш огромный профессиональный опыт позволяет вам знать, как правильно рассказывать про историю, как учить детей, как прививать им любовь к родному краю. Поэтому я постаралась для своей лекции отобрать общеорганизационные какие-то методические моменты и буду очень рада, если этот опыт поможет вам в реализации ваших проектов. С вашего позволения я запущу презентацию. Сейчас загрузится мой материал, и мы начнем. Так, коллеги, прошу прощения, немножко подвис компьютер. Я надеюсь, презентацию видно. Если это не так, Алина даст мне об этом знать. Сейчас пока видно не презентацию, рабочий стол. Вы можете остановить демонстрацию экрана и запустить ее заново. Хорошо, сейчас попробую еще раз. А так? Изменилось? Алина, помогите, видно ли презентацию? Пока нет. Что такое? Как же так? Давайте вы можете пока открыть без демонстрации экрана презентацию и позже ее запустить. Хорошо. Сначала откройте, да? Да, я дооткрыла. Так, а почему же вы ее не видите? Не могу понять. Простите, пожалуйста, коллеги, за такую накладку. Так тоже нет, да? Нет, пока вы можете открыть на компьютере презентацию. Я это сделала, да. Ага. Ой, напомните, пожалуйста, а что после этого я должна сделать? Я, видимо, что-то не то нажимаю. Смотрите, вы нажимаете зеленую кнопку демонстрации экрана, да, и выбираете нужное окошко с презентацией и нажимаете совместное использование. Хорошо, сейчас попробую еще раз. Вот так, наверное, да? Да, теперь все отлично. Отлично. Спасибо большое за помощь. Коллеги, прошу прощения за маленькую накладку. Итак, мой проект был посвящен историко-культурному проекту, который рассказывал о сибирской половой медицине в годы Великой Отечественной войны. Тема не столь очевидная и вообще для Сибири довольно
актуальная, так как здесь не было военных действий, и в памяти горожан, в памяти современных жителей Сибири Великая Отечественная война в наших регионах, может быть, не столь яркое и понятное событие, чтобы было понятно, как относиться к этому опыту именно в контексте малой истории каждой отдельной семьи. В этом проекте я руководила им, а реализовывался проект на базе вуза, на базе университета архитектуры, дизайна и искусств имени Кричкова, где работает музей и где вот такие историко-краеведческие музеи реализуются. Перелесну. Чуть-чуть погружу в контекст. Понятно, что мой опыт связан с реализацией подобного проекта в большом городе, в городе-миллионнике. И история Новосибирска уникальна в том, что это город как бы без истории. У нас принято говорить, и это такое общее место, о том, что Новосибирск город молодой, город новый, нам чуть больше, чем 125 лет. И из-за того, что возникновение и развитие города пришлось как раз на такие переломные моменты в отечественной истории, он возник незадолго до революции, только-только успел как-то развиться и набрать обороты, как произошли революционные события. Совершенно неожиданно молодой и совершенно деревенский еще Новосибирск стал столицей огромного сибирского края. Административно было принято такое решение. И город постоянно вот в своей новизне и молодости как бы догоняет вот этот столичный статус. Мы никогда ему в полной мере не соответствовали, но тем не менее такой бренд за Новосибирском есть. И, конечно, период Великой Отечественной войны, это, вот как говорят, нет худа без добра, для Новосибирска, как ни странно, стал продуктивным в том смысле, что к нам в город произошла огромнейшая волна эвакуации. Это были предприятия, это были какие-то научные учреждения, учреждения культуры, огромное количество населения также приехало в этот момент в Новосибирск, и многие из них остались в нашем городе, остались в нашей области. Поэтому в этом смысле, может быть, немножко непривычно, роль периода Великой Отечественной войны в истории Новосибирска. Новосибирск времен войны – это потрясающая переполненность города. Вы видите на слайде информацию о том, какова была плотность проживания. В городе действительно смешались очень разные культуры. К нам были привезены эвакуированные и раненые, например, воины из самых разных регионов большой советской страны. И это был такой опыт культурного обмена. Это был диалог и встреча с новым и незнакомым для Новосибирска. Но, конечно же, это не было время для такого праздного, спокойного общения. Это был период очень тяжелый для всей страны. И в это время немногочисленные в тот момент здания города были отданы, немногочисленные благоустроенные, многоэтажные, с хорошими коммуникациями здания города были отданы под размещение эвакогоспиталей. И тут началась вот эта военно-медицинская история Новосибирска, которая оказалась в центре внимания нашего проекта. Вы видите на слайде, как много было открыто мест, как много было госпиталей. Один из них располагался в здании, изображенном на фотографии. Это центр Новосибирска, самый конец 30-х годов, и вот это здание в лесах, это здание, где располагается сейчас наш университет архитектуры, дизайна и искусств, а в те годы это было институтское здание, перепрофилированное под крупнейший в Новосибирске эвакуационный госпиталь, 1500 мест. То есть это страница истории нашего здания, страница истории нашего города, и поэтому в университете, вроде бы архитектурном, вроде бы имеющем другой профиль, мы занялись изучением этой истории. Довольно быстро выяснилось, что проблема-то в том, что вот эта тыловая медицина, тот период, когда все врачи города работали в эвакуационных госпиталях, ну, конечно, те, кто не оказался на фронте, не были призваны. Когда Новосибирский медицинский институт, объединенный с Томским,
аналогичным вузам, выпускали по ускоренной программе врачей, адаптировали их под нужды военного времени, выпускали военных хирургов, специалистов по инфекционным заболеваниям. Вот эта вся история почти не имеет какого-то остатка в городе. Понятно, что на зданиях висят немножко дежурные такие таблички о том, что ну, здесь располагался инфекционный госпиталь. Ну, располагался и располагался. Что это такое, с чем было связано это понятие? Об этом молодежь современная, гуляющая по улицам Новосибирска, проходящая мимо этих исторических зданий в центре города, где когда-то госпитали располагались, скорее всего, не имеет никакого понятия. Вот с этой проблемой мы столкнулись. А ведь это именно одна из важнейших ролей Новосибирска в годы войны. И об этом, по идее, можно и нужно говорить. И в нашем проекте неожиданно нам помог случай, появился персонаж очень интересный, который помог. Мы поняли, что через него можно объединить вот эту историю. Город без истории, город, о котором, о прошлом которого мало что известно, который привычно называют молодым, и вдруг он связан с таким ярким историческим персонажем, как Валентин Войнин-Синецкий, архиепископ Лука. Человек-парадокс. Одновременно совершенно выдающийся врач, выбравший сознательно в молодости путь служения людям. Войнин-Синецкий выбирал всегда для своей работы, ну, в дореволюционной России, самые глухие госпитали в земствах, в маленьких деревнях, где он был единственным врачом на сотни километров вокруг. Было принципиальное его решение. И тот же путь продолжал бы он и после революции, но одновременно это был активный деятель Русской Православной Церкви, человек, который никогда не снимал священническое облачение, никогда не отрекался от своих взглядов. И, естественно, в 20-е и в 30-е годы это вызвало политические гонения в его сторону. В общей сложности 11 лет Валентин Феликсович провел в ссылке, в заключении, опять же, в Сибири, в глухих, очень тяжелых для проживания местах. Это не сломило его духа и не помешало ему продолжать свой профессиональный путь. И в тот же момент, когда началась Великая Отечественная война, Войнин-Синецкий подал телеграмму в наркомат с просьбой вызвать его из ссылки с заявлением, что он может и должен быть полезен либо на фронте, либо в тыловом госпитале. Так Валентин Феликсович попал в Красноярск, работал там все годы войны, и в Красноярске сейчас о нем хорошо помнят и знают, там работает большая активная группа людей, которые увековечивают память об этом персонаже, там есть доски мемориальные, памятники, в принципе, это такой один из исторических брендов Красноярска, ну, если уместно, конечно, такое определение к персоне такой величины. Был Войнин-Синецкий и в Новосибирске, несколько раз проездом в ссылку, а также в 43-м году, в марте 43-го, на Большой Сибирской конференции военных врачей. И, как оказалось, именно в здании нашего университета, в ВАК-госпитале, который там располагался, Валентин Феликсович делал показательную операцию, показывал свою методику, у него был очень интересный опыт работы с гнойной хирургией. Это проблема, с которой большая часть раненых попадали в сибирские госпиталя. Их путь в тыл страны был бесконечно длинен. Это месяцы переезда раненого. И нарушения, потеря жизни, потеря здоровья, обретение инвалидности были зачастую связаны именно с тем, что длительное время не оказывалась достаточная медицинская помощь. Ну, просто потому, что человек ехал в санитарном поезде, и там не могли полноценно заниматься его восстановлением и реабилитацией. И вот Войнин-Синецкий занимался как раз вопросами загноившихся вот этих старых ран, поэтому опыт был потрясающе важен. И новосибирские врачи и старшие поколения до сих пор вспоминают рассказы о том, как в 43-м приезжал вот этот выдающийся хирург, и об этом потрясающем опыте. Мы поняли, что эта фигура одновременно православный святой, канонизированный Русской Православной Церковью, одновременно лауреат Сталинской премии, архиепископ, который работал, не слагал своего сана все годы Великой Отечественной войны. Это тот человек, который может придать историчность Новосибирску. Мы можем поговорить о нем в рамках нашего проекта.
Проект, как вы видите на слайде, его цель, мы хотели попробовать с современными людьми, с современной молодежью, в первую очередь, поговорить об этой истории, представить наш город в этом ключе. Мы поняли, что для реализации проекта мы не справимся без партнеров, и вот тут я перехожу к той методической части, на которой я обещала сосредоточить свое внимание. Мы поняли, что одни в одиночку мы с такой незнакомой для нас темой не разберемся, поэтому пригласили, во-первых, представителя академической науки, это Институт истории Сибирского отделения Академии наук, это научный центр, расположенный в Новосибирске, и опыт профессиональных ученых нам очень помог, например, в проведении профильной конференции, которая привлекла новые сведения, те, которые мы просто не нашли бы в открытых каких-то, ну, таких простых краеведческих источниках. Здесь сотрудничество с учеными нам очень помогло. Обратились мы, конечно, к Новосибирской митрополии, Русской православной церкви, так как главный герой нашего проекта – это православный святой. И очень помогла дружественная база музеев Новосибирска. Вообще, надо отметить, что в Новосибирске музейное сообщество не очень велико, но все друг друга знают, все готовы друг другу помогать, и совместные проекты среди музеев Новосибирска возникают очень часто. Вот это вот, как сказать, цеховое партнерство, да, оно очень помогает в реализации каких-то проектов. Там, где просто физически мы не успевали подготовить экскурсии, подготовить какой-то интересный контент, нам помогали музей Новосибирска и исторический парк «Россия. Моя история», филиал которого также есть в нашем городе. Ну и, конечно, главное, благодаря чему нам удалось реализовать свой проект, и вот даже мы оказались отмечены таким престижным конкурсом, который проводит Российское историческое общество, это участие и поддержка грантового конкурса «Православная инициатива». Цели, вернее, приоритеты этого конкурса вы видите на слайде. Надо сказать, год назад мы еще не знали о том, что такой конкурс есть, но оказывается, он давно и успешно проводится, и самые разные самые разные группы, самые разные команды могут принимать в нем участие. Важно отметить, что этот грант не требует какого-то очень большой команды, очень масштабной задачи, наоборот, их цель – это поддержка проектов, гражданских инициатив разного уровня. Поэтому есть даже такой подвид этого конкурса, как малый конкурс, по-моему, так они его называют, конкурс малых грантов, православная инициатива. Не буду врать в цифрах, по-моему, до 100 тысяч рублей сумма поддержки, то есть это локальная такое вливание на какую-то очень конкретную цель, оборудование, ну, наверное, небольшое в экспозиции, приобретение какого-то необходимого оборудования. Такой малый грант, просто заполнить заявку, довольно просто получить, просто по ней отчитаться. И посмотрев состав участников конкурса, я подумала, что, возможно, для кого-то вот именно этот формат будет близок и удобен. У конкурса есть сайт, то есть информация, которую я буду дальше показывать, я взяла на официальном сайте этого проекта «Православная инициатива». Очень легко и хорошо доступна вся информация, конкурсная программа совершенно прозрачна, понятна, и в принципе участвовать и подавать заявку, и потом оформлять отчетность нам оказалось не тяжело, поэтому я активно рекомендую всем, кто меня слышит, эту возможность для себя также использовать. Особенность вот этого фонда соработничества, который организовывает конкурс «Православная инициатива», и особенность вообще конкурса состоит в том, что есть система региональных координаторов. На слайде вы видите вот как раз страничку, где если выбрать страну проживания, то там откроются контакты координаторов в регионах. И вот как раз региональные координаторы – это те представители Русской Православной Церкви, чье поручение, чье гражданское вот такое вот задание состоит в том, чтобы помогать, сопровождать процесс написания проекта. Поэтому, если вы в чем-то сомневаетесь и не готовы справиться с заявкой самостоятельно, вы можете найти координатора в вашем регионе, он обязательно поможет. Мы в Новосибирске поступили именно так. На сайте еще одно удобство сайта состоит в том, что есть список всех проектов, вообще кто подавался когда-либо, там есть и победители, и те, которые прислали проект, но грантовую поддержку не получили. И вы можете выбрать направление из тех, которые подходят, как мне кажется, тем, кто вот моей аудитории, тем, кто слышит меня сейчас, это целых три направления из конкурса. Это образование и воспитание,
пожалуйста, все те, кто работают в детских садах, школах, колледжах, вузах. Направление культура – это, как правило, экскурсии, выставки, музейные экспозиции. Информационная деятельность – это создание сайтов, различных интерактивных ресурсов, разделы в СМИ. Например, «Комсомольская правда» в Новосибирске также в этом году является победителем конкурса «Православная инициатива», и у нас выходил ежегодно целый разворот комсомолки, посвященный различным актуальным аспектам деятельности новосибирской митрополии Русской Православной Церкви. То есть дружественные вам СМИ, например, тоже могут подать заявку на участие в этом конкурсе, и вы можете какой-то интересный краеведческий проект сделать в прессе. Можно на сайте поискать, посмотреть в разделе «Новости», «Жизнь проекта», «Отчет о разных мероприятиях». Я для примера просто выбрала две первые картинки с сайта и обратила внимание, что там много проектов, связанных с военно-патриотической тематикой, так как все равно какие-то точки пересечения с православностью, с вот этой древней русской культурой найти можно практически в любом проекте. Например, мне попался проект от Александра Невского до Александра Перова, по-моему, то есть имелся в виду какой-то местный герой афганской кампании. То есть привязка была вот такая. Вся процедура подачи заявок и последующей подготовки отчетности осуществляется на сайте проекта в специальном интерфейсе. Вы просто регистрируетесь там и дальше заполняете готовые поля. Если не знаете, как заполнить какое-то поле, пишите или звоните своему региональному координатору, советуйтесь с ним. Я думаю, что во всех регионах это приятные, отзывчивые люди, которые готовы будут вам помочь. Обязательным условием является то, что этот проект должен быть каким-то образом связан с деятельностью Русской Православной Церкви. Но это не значит, что заявка должна быть подана от прихода, от воскресной школы или от какого-то, например, православного молодежного клуба. В нашем случае сотрудничество состояло в том, что на этапе подачи заявки мы получили письмо поддержки от митрополита Новосибирской области. А затем в течение проекта мы сотрудничали с пресс-службой Новосибирской митрополии, использовали их соцсети, их сайты для размещения информации по нашему проекту. Этой доли участия оказалось достаточно для того, чтобы наш проект получил поддержку именно в этом конкурсе. Мы же представители, мы работаем в ВУЗе, конечно, являемся представителем светской организации. Должно быть софинансирование в размере четверти вашего проекта, но обратите внимание, что это не подтверждается документально, то есть вам не нужно будет показывать проведенные финансовые операции, поэтому вы можете заложить в софинансирование какие-то статьи, связанные с неденежные активы. То есть, например, вы попросите у кого-то оборудование или аренду помещения. В нашем случае вот именно так было показано софинансирование. Может быть, какие-то сотрудники, например, сотрудники музеев выступят бесплатно, а так бы они оказывали какие-то услуги за деньги. То есть это графа, которая показывает серьезность вашего подхода к делу, серьезность вашего подхода, но, тем не менее, это не значит, что вы должны обязательно именно в деньгах вложиться в проект. И третий очень важный момент – это, подавая заявку на грант, нужно быть готовым к тому, что итоговая ваша отчетность по вашему краеведческому историческому проекту должна быть широко представлена в СМИ, то есть вы должны приглашать журналистов, придумывать разные интересные инфоповоды, чтобы о своем проекте рассказывать, и вести соцсети проекта. Но я думаю, многие из тех, кто сейчас меня слушает, именно так и делают. Чуть-чуть вернусь к самому проекту, то есть я рассказала о том, какую финансовую поддержку мы получили, за счет чего мы смогли реализовать проект на более профессиональном уровне, чем если бы мы делали это, что называется, используя только бесплатные ресурсы и собственные какие-то интеллектуальные и профессиональные возможности. Наш проект пришелся на всеми очень, наверное, уже нелюбимый и ругаемый 2020 год, когда пандемия сильно подкосила все планы историков, краеведов, и я думаю, что у всех присутствующих сорвалось огромное количество очных мероприятий, все пришлось переводить в онлайн. Так получилось и у нас, и вместо исторических прогулок по новосибирским зданиям, где располагались эвакуационные госпитали, по местам, связанным с историей военной медицины в нашем городе, нам пришлось снимать видеопрогулки,
Мы подошли к этому вопросу, постарались подойти серьезно, то есть снимать не просто там на телефон самостоятельно. Мы за счет гранта пригласили профессиональных операторов. У нас получилось 16 роликов. Цифры просмотров в соцсетях вы видите на слайде. Сами сюжеты можно посмотреть на сайте нашего университета, если зайти в тематический раздел «Подвиг милосердия», который есть в подразделе «Музей». Как я уже говорила, благодаря сотрудничеству с Институтом истории СОРАН мы провели научно-практическую конференцию, вернее, секцию в рамках этой конференции, посвященную тыловой медицине. Ее мы также записали. Запись шла как трансляция на YouTube, так и запись конференции этого заседания осталась в пользовании исследователям. Чем это для нас было полезно и хорошо, никто, кроме профессиональных, никто не расскажет так хорошо о каких-то интересных, необычных, не очень известных материалах по истории тыловой Сибири, как профессиональные историки. Поэтому мы постарались позвать специалистов в этих отраслях для того, чтобы они сделали свои сообщения и действительно выяснили различные интересные факты. Например, узнали, что очень многие архивы, связанные с политическими заключенными, с преследованиями, связанными с эпохой большого террора, до сих пор закрыты, и даже по Валентину Войно-Ясенецкому, официальному святому человеку, в честь которого, ну, как минимум, штук 10 музеев в России создано, до сих пор часть информации закрыта. Вот для меня это было лично таким неожиданным открытием, которое удалось сделать как раз благодаря проведенной конференции. Материалы конференции нам удалось опубликовать в сборнике Института истории СОРАН, причем было удобно, я еще раз подчеркну пользу такого партнерства в том, что именно сотрудники института подготовили, провели научную редакцию, верстку, публикацию этого издания. То есть нам не пришлось уделять этому время, потому что я, ну, как думаю, вы все понимаете, подготовка сборников, подготовка любой литературы – это отдельный большой труд. Тут мы смогли делегировать эту работу нашим партнерам. Осенью в Новосибирской области несколько смягчен был карантинный режим. Нам удалось провести очные экскурсии. Мы просто собирали горожан, объявив сборы в соцсетях, и малыми группами водили их, пока это позволяло. Довольно суровая новосибирская погода. Водили их, показывали, рассказывали, и потом с удовольствием читали в соцсетях отзывы людей, которые пришли на экскурсию, о том, что, оказывается, вот такие-то здания в Новосибирске тесно связаны с военной историей, с историей нашего города в годы войны. Этот формат мы, конечно, в первую очередь ориентировали на молодежную аудиторию, которая, возможно, не будет читать длинные тексты, но, наверное, придет на экскурсию, где можно что-то пофотографировать и в таком живом, неформальном виде узнать историческую информацию. Завершающий этап нашего проекта – это подготовка эскиза мемориальной доски Валентина Войно-Ясенецкого, которую мы очень хотим установить на здании Университета архитектуры, дизайна и искусств. Это важная для Новосибирской истории, потому что наше здание, вот вы видели фотографию в начале, да, находится в самом центре города. Мы стоим на так называемой красной линии. Это нанесенная на асфальте в Новосибирске физическая красная линия, соединяющая памятники архитектуры и истории в центре города. Если идти по ней, то пройдешь по историческому маршруту. Кое-где есть стенды, рассказывающие о том, что люди видят в той или иной точке. Так вот, наше здание стоит на красной линии, и, как мы поняли, это... Если и когда эта мемориальная доска будет на здании установлена, это будет вообще первый случай фиксации памяти о политическом репрессированном, о человеке, который, несмотря на свои таланты, на свои колоссальные знания и опыт, стал все-таки жертвой преследований, и ему не давали работать, ему не давали трудиться на благо страны. А впервые вот такой акт увековечивания памяти произойдет. Но тут, как говорят, всегда полезно говорить о том, что не только похвалиться, но и говорить о том, что не получилось, что пошло не так. Мы не смогли установить в этом году доску по довольно дурацкой причине. У нас осталась определенная часть средств гранта, так как понятно, что конференция прошла не с тем размахом, не в том формате, как мы планировали. Большая часть, все слушатели подключались по Zoom, не приехали докладчики из европейской части России, просто побоялись перемещаться на такое
такое большое расстояние во время пандемии. И вот ввиду этих обстоятельств, ввиду того, что мы чуть проще стали проводить экскурсии, не делали сувенирную продукцию для участников экскурсии, опять же, из-за того, что большая часть экскурсии прошла в онлайн-формате, у нас осталась определенная сумма, и мы могли бы сделать на нее вот эту мемориальную доску, эскиз которой вы видите на слайде. Но мы совершили ошибку на этапе формирования сметы проекта, и мы не заложили установку этой доски. А установка мемориальной доски на здании, особенно на таком большом многоэтажном здании, на памятнике архитектуры, это монтажный кран, это большие серьезные работы. И буквально каких-то 60-70 тысяч нам не хватило на эту работу, и из-за этого нам пришлось невостребованные деньги гранта вернуть в фонд. Рассказываю об этом просто с тем, чтобы вы не повторяли наших ошибок и вот эти технологические моменты продумывали заранее. Ну а так, получается, мы проект грантовый в этом году завершаем, сейчас как раз подаем итоговые отчеты, а установка доски как кульминационный, как торжественный момент завершения нашего проекта у нас еще впереди, и в будущем мы будем искать на это средства, хотя понятно, что спонсорскую поддержку в нынешних условиях найти, ну, чуть сложнее, чем это было до пандемии, до начала всей этой истории. Но чтобы не заканчивать на нерадостной ноте, я хочу еще раз подытожить просто две главные мысли моего сообщения. Это поиск для проекта партнеров, причем партнеров из разных, может быть, неожиданных сфер, люди, с которыми вы не привыкли работать, ну, просто потому что никогда еще не пробовали. Делегирование задач проекта между партнерами, например, вы можете кому-то поручить информационное сопровождение вашего проекта, договориться заранее с каким-то СМИ о том, что оно стабильно будет вас освещать, и потом не беспокоиться уже в момент подготовки мероприятия о том, что у вас не выйдет публикации или не придут на него журналисты. И поиск грантовой поддержки. И я буду рада, если фонд православной инициативы, который так хорошо поддержал наш проект, поможет и вам в реализации ваших краеведческих проектов. На этом, пожалуй, из того, что я хотела рассказать, у меня все. Если у Алины есть какой-нибудь вопрос, буду рада ответить. Спасибо. Большое спасибо, Дарья Дмитриевна. Действительно, очень полезный у нас получился сегодня разговор, потому что, наверное, ну, сейчас во многих социальных сферах именно грантовая поддержка является такой основной помощью для реализации таких проектов. Поэтому большое спасибо, что осветили данную тему. Хотела бы вам пожелать, чтобы все-таки установка мемориальной доски прошла в ближайшее время, и хотела отдельно поблагодарить за то, что вы не боитесь и не стесняетесь говорить о своих ошибках, потому что я надеюсь, что в будущем ваш сегодняшний рассказ поможет избежать таких ошибок нашим зрителям. У меня есть действительно вопрос. Интересно было бы узнать ваше мнение по поводу перехода в онлайн. Я увидела, что охват ваших видеороликов достигал 3000. Подскажите, пожалуйста, все-таки, если бы у вас была возможность выбрать формат в следующем году для проведения следующих, возможно, проектов, делали бы вы упор на онлайн, либо все-таки предпочли при возможности, конечно, предпочли традиционные формы взаимодействия с участниками? Спасибо за вопрос. Ну, в идеальном мире, где кончился коронавирус, мы бы, конечно, предпочли вернуться к традиционным форматам, потому что уже на уровне реализации этого проекта мы заметили довольно сильную усталость от онлайна у людей. И вот это многообразие контента, который появился в момент, когда мы ушли на пандемию, все музеи стали что-то записывать, все музеи стали что-то делать. Но люди и публика не готовы к такому объему информации, к такому объему контента, просто сложно это все вместить, посмотреть. Поэтому сейчас, когда в Новосибирской области есть, конечно, масочный режим, есть, конечно, запрет на проведение больших каких-то мероприятий, но пока учреждения культуры работают, мы стараемся работать все-таки в традиционном режиме, малыми группами, но ценность живого общения, живого представления исторических экспонатов пока не умеют онлайн-технологии компенсировать. Либо это требует огромных вложений, чтобы сделать контент на действительно серьезном профессиональном уровне. Поэтому понятно, что возможности выбора пока у нас нет, но если бы она была, то, конечно, традиционные
формат должен быть настолько, насколько есть к этому возможность. Спасибо большое. И, наверное, хотела бы задать тоже в заключение еще один вопрос. Мы все-таки говорим о учебном заведении. Расскажите, как принимали участие в проекте студенты, и были ли они получателями итоговых знаний, либо они участвовали в разработке и в реализации вашего проекта? Спасибо за этот вопрос. К сожалению, это еще одна сфера, в которой мы пока не наладили работу так, как бы нам хотелось. Понятно, что мы публиковали этот контент по истории нашего здания в соцсетях и на сайте университета. Какое-то количество студентов это смотрело, кто-то ставил лайки. Но пока вот у нас взаимодействие с молодежью было такое, одностороннее немножко, то есть мы делаем, ну, более-менее современный какой-то красивый продукт, даем его, а вот обратная связь, подключение их к исследованию, это тоже дело будущего, поэтому я считаю, что те участники конкурсов Российского исторического общества, получатели рассылки, которые это делают, у кого это получается, это действительно большое достижение. Возможность молодежи не только пассивно получать информацию, но и быть исследователями. Тут я коллегам выражаю огромное уважение свое, и как раз этому рада буду научиться, наблюдая за лекциями дальше. Да, я уверена, что вопрос именно участия молодежи в реализации проекта еще не раз будет подниматься на наших лекциях. В завершение я бы хотела еще раз поблагодарить вас, Дарья Дмитриевна, за наш сегодняшний разговор и сказать нашим зрителям о том, что уже сегодня в 14:00 состоится наша следующая встреча. Мы отправимся в Калужскую область. И если вдруг у вас нет возможности посмотреть вебинар в прямом эфире, вы всегда можете к нему вернуться уже в режиме записи. Еще раз большое спасибо, Дарья Дмитриевна. До скорых встреч. До свидания. Спасибо вам.